Ротвейлер – одна из древнейших пород собак. Ее предки – бойцовские древнеримские псы. Они попали на территорию Германии в город Ротвайль в процессе завоевания этих земель. Тяжелые и мощные, они стали служить пастухам в качестве живой тяговой силы. Позднее, благодаря своему почти человеческому уму и общительности, эти собаки стали популярнейшими домашними питомцами. Она очень любит играть, очень любит гостей. Сначала, конечно, она их пугает своим громким лаем, но... залижет до смерти. Съесть не съест, но залижет до смерти. Любит очень мячик. Ей очень безумно нравится, когда этот мячик ей кидаешь, она его тут же на лету ловит. После этого, когда кричишь ей «Браво!», «Молодец!», хлопаешь в ладоши, ну тут восторг просто у ребенка. Несмотря на множество положительных черт, ротвейлер от природы ленив. Из-за этого у него могут быть проблемы со здоровьем. Масса взрослой собаки 50-60 килограмм. Но иногда вес может достигать 70. Чтобы этого не случилось, собаку нужно загружать бегом, прыжками, дрессировкой и плаванием. Купанию очень интересно. У нас в этом году мы первый раз ее вывезли на озеро. У нее было первое очень большое удивление, как можно зайти в эту большую миску с водой. Ну, с осторожностью пока, потому что маленькая, потому что первый раз, с осторожностью, но достаточно интересно и непривычно. Ротвейлера не стоит заводить в семьях с маленькими детьми. Из-за неповоротливости и большой массы тела пес может задеть и опрокинуть ребенка. Лучше использовать ротвейлеров в качестве охранников для дома или охоты на крупных зверей.